Полицейские комиссии отберут новых следователей и участковых. О начале конкурсного отбора заявил Георгий Лорд-Кипанидзе. Кандидаты уже могут подавать документы. Им предстоит пройти тесты, медосмотр, проверку на стрессоустойчивость и физподготовку. После они встретятся с полицейской комиссией. В ее состав вошли 5 человек. Оценивать претендентов будут 2 депутата облсовета, представители национальной полиции и МВД. Оплата у участковых будет 6000 гривен, а у следователя будет 10000 гривен. После конкурса они проходят новые полицейские 5-месячный курс, а бывшие сотрудники, которые будут желание продолжать службу национальной полиции, они проходят 12-дневный курс.